Всем привет, с вами Андрю Файв, и у нас очередная серия карьеры за Барселону в игре Revolution Soccer 6. И сегодня у нас матч с Реал Сьюдадом, идущим на пятом месте, мы идем на третьем. Ну давайте посмотрим. Валенсия на первом месте с Реалом Мадридом. Ну, будем биться. Ну, видим, что... Вот что прикольно и не прикольно, то что тут играть. Реал Сьюдад. О, Карпин. Смотрите, на левом фланге Валера Карпин. Нынешний главный тренер Торпедо Армавир. Ничего себе. Слушайте, вот это супер. Это о. Так, я хотел сделать... замена, ну что-то я не знаю, честно. Дайте я вместо Яи Туре Да Сантос я попробую вместе. Угу. Эрик Абидаль. Там у нас на Абидаль остается, ничего страшного. Даня Алвиш, ну давайте попробуем. Так вот сыграть, так. Есть. Дайте я доверю Питу. Может, конечно, это сыграет свою не самую положительную роль. Ну, давайте вот так вот. Рубин это голкипер, так. Ладно, Рьера на замене у нас сидит. Ну и давайте начнем. Посмотрим, сумеем ли мы в таком составчике противостоять команде Валерия Карпина. Джованни да Сантос. Его сравнивали Рональдиньо. Хотя мне как кажется, для аргентинского игрока, ну вот вижу, что уже видны. О, хорош пас на соперника. Браво Вальдес. Карпин под эту голову. Абидаль. И Дани Алвиш, и Питу, не зря его выпустил, хорошо сыграл. И Пако, блин, я не выговорю эту фамилию. Так что Пако Монтакис, о. И Питу должен. Питу понравился уже. Я это Кейта. И ну главой, да, я так понимаю, в этом матче мы можем сыграть ничью или поиграть с таким составчиком. И Милита. И Джорди Гомес. Да. На нас тут давит. И благо, что здесь мяч не достался сопернику. И браво. Браво, Джованни. Нет, Данялович там был. А тут Месси. И Джорди Гомес. И браво, на месте. Хороший пас. И соперник закипишевал немножко. И слева на выге будет Питу. Да, я не то нажал, поэтому Питу сделал передачу. Хотя мог блестящий навес сделать. Джорди Гомес. Пако Монтакис. 20-й. Хорош, убрал он игрока. А я на него гнал. Он не так уж и плохо. Угловой, наверное, скорее всего, зарабатывает. И Питу, и... Эх, там не Месси. Просит, там не вышел. Для этой подачки. И Милит, и Ковачевич против него. И... Пако Монтакис опять.
и Джованни Дос Сантос, и Месси тут соперник, да. Наш игрок теряет мяч. Я уже вижу, какие замены сделал. Питун. Слушайте, где играть Питун? Вот к этим двум игрокам, к 20-му и 27-му номеру, я никаких претензий не имею. А вот... Ну ладно, об этом... Ну, хотя Дос Сантос сейчас сыграл неплохо. Имеются шансы, и перекладина. Да почему ты не добежал, зараза такая? И Китай. Вот это сейчас может быть раскаточка. Но соперник не захотел нам забивать. И Джорди Гомес на Месси. Лео, Лео с мячом. Она надежда на Лионеля. Питу. Да что ж такое? Смотрите, как Кейта-то бил. Бил неплохо. И Кейта. Но он везде у меня успевает. И в опорной зоне, и в атаке. Жаль, что особого успеха в данном случае это не принесло. А Габриэль Милита... Да, тут он сейчас мог определенных проблем... привести, да ж... Да, не хватает мне явно игроков Хави и Иньесты. Да, буду. Ох, сейчас Карпин. Благо, что пробил. Или навесил выше ворот. 32 года Валерию Георгиевичу в этой игре. И Эрик Абидаль с капитанской повязкой. Кейта. И выше ворот. Андреа Орландо бьет. Да, я говорю, уже фронт игроков, которыми я пытаюсь расстаться, но которых я выставлю на трансфер. Я так буду выражаться. Он мне уже ясен. И Андреа Орландо. А там у меня заглючил компьютер. И он не пробил. Ну и сейчас свисток должен быть уже по сути. Да. Есть парочку игроков, которых я хочу поменять. Смотрю не туда. Так, кто может выйти? Я вот так сыграю. Вот так я сыграю. И вот сюда вот. Смотрите на меня странно и дико. Хотя пускай Боин будет из глубины. Хотел Месси отправить. Но нет. Боин Киркич. И Питу. И там штрафной. Да. Ах ты, зараза, Боин Киркич. Я не стал ничего выдумывать, а Глеб, да, пробил как надо. Вот если бы еще подоспевший к Миичу Боин Киркич пробил бы как надо. Месси. И тут штрафной, и чё, желтая? Нет, судья не дает желтую карточку.
Должны были делать счет 1-0. Но Месси решил пожалеть соперника. А здесь блестяще делал защитник. Да. Кстати, сейчас еще пропустим, вообще матч проиграем. Тут как тут сейчас жареным запахло. И в чё ж ты, Глеб, так долго бежал-то? Ну, ох, Реал всегда почувствовал, что мы подсели. Да что ж вы не своим-то? И штрафной Боин Киркич зарабатывает. И один Лео Месси. И Боин. И Пако Монтакис. И Глеб с мячом. Смотри, как Даня Алвиш играет головой, это блестяще. И Кейта, и Киркич. Так легко теряет мяч. И неужели Глеб забивает? Это опять моя глупость. Я нажал опять на эту кнопочку, и Глеб пету накатил, а Глеб не с первой попытки, но все-таки сделал свое дело. И под перекладину. Перекладину касается мяч и влетает. Ну что? Пету может занести этот мяч явно себе в плюс. Да и Глеб тоже. А теперь, ребята, у нас задачка не пропустить. Потому что Реал Сосьедад, он нам доставил достаточно проблем. Вот компьютер, вот сволочь. Он взял то, что ловит мяч, потом бросает его. Как это раздражает. Ох, блестящий там был игрок. Да. Милита тоже претендент на трансфер. Сколько он сегодня привозов сделал. А Даня Алвиш хорош. Фух. Слушайте, вот эти 10 минут это будет просто такой нервяк. Вот видите, опять Милита. Ты сделал не Кита, а не Питу. Не Боин Киркич в данной ситуации, хотя тоже к нему определенные претензии имеются. А именно Милита. И Кита сейчас с мячом. Да, был сейчас супер момент. 2-0 могли вообще в легкую сделать, но нет, очень наш игрок. И счет остается 1-0.
Ох, хорошо разобрался. И на месяц выкатывался этот пас. И аут че их. Их аут. И Боин Киркеч сейчас теряет мяч в такой. Судья придумывает такой нелепый штрафной. Карпин, подача. И Месси. И Ковачевич тут его своим корпусом опередил. И Месси и просто. Да еще и мяч наш игрок вытащил. И все, слава богу, мучения заканчиваются. Александр Глеб на 70-й минуте принес нам победу точным ударом. Следующий матч у нас с Депортиво Ла Коруньи. Мы также идем на третьем месте. Да. Понятно, пока не обыграем ни Реал, ни Валенсию, они так и будут доминировать. Ну, тут вот видите, изменения произошли. Атлетико с последнего места поднялся на предпоследнее место. Ну, тут интересная будет борьба, несомненно. А на сегодня это все. С вами был Андрю Файв. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео. Пишите, что вам нравится, что не нравится в этой карьере. Ставьте лайки. И пока-пока.